Всем привет, с вами Ирина. Сегодня хочу показать вам вот такое вот чудо прикольное. Это мой подарочек на 8 марта. Вот такая необыкновенная орхидеюшка. Она с запахом. Хоть у меня и насморк, но я все-таки что-то улавливаю. Есть один цветочек перецвевший. Но есть также два цветоноса. Она за птичками охотится. Так, два цветоноса и, конечно же, бутончики и цветочки. Так, сейчас я вам ее покажу. Боже, Мика, что ты робишь? Не перевертай балкон. Значит, у меня к вам вопрос. Кто знает, кто поможет мне определить сорт? Она такая, знаете, как красная больше, не оранжевая, а красная. И в мелкий-мелкий краб. Ароматная слегка. Вот. Какой красивенький у нее бутончик. Тоже в крапинку. И цветочек. Значит, смотрите, вот такие корешочки. И тут на горшочке что-то написано. Я не знаю, сорт это или нет. Значит, вот такая вот красотка. Листики блестящие, шейка нормальная, корешки нормальные, по крайней мере, не гнилые. Вот. Сейчас я ее поставлю. Это сортовик, 100%. Вот нужно определить, что же это за сорт. Я очень безумно рада такому подарку. Это мне, конечно же, подарил муж. Так как я люблю орхидейки в крапушку, я просто невероятная. Сейчас скажу, как пахнет. Пахнет, девчонки, знаете, у меня насморк, но пахнет тюльпанами. Сейчас еще раз. Да, пахнет. Пахнет тюльпанами. В общем, девчонки, у меня такое впечатление, что это феникс скрестили с Леодора. Вот на балконе он выглядит красненьким, а при другом освещении он такой розово-малиновый цветок получается, точно как Леодора. Вот он как хамелеон, знаете, меняет свой цвет при освещении. Вот. Тут он выглядит красным. Сейчас мы перейдем в другую комнату, и он будет совершенно по-другому смотреться. Да, кстати, покажу вам мои азалии. Распустились мои азалии. Заодно покажу, пока я тут на окошке. Все хорошо, все отлично. Период стресса у нас уже миновал, потому что было пару листиков у нас осыпалось. И что я сделала? Я пролила подкисленной водичкой с лимончиком. И при каждом поливе я добавляю, вот, или лимонную кислоту пару,
кристалликов, либо лимонный сок. Им очень-очень нравится. Вообще красивые. Эта залия, она не совсем красная, прям алая, как бывает. Она такая вот, чуть-чуть с малиновым оттеночком. Чем-то похоже на моего циклонана. Вот, и это очень нежная, нежная. И ты тут как тут. Ну куда бы ты еще не вылезла? Ну ты везде, там где я, там и она. Ну тут баррикады настроены. Ты там. Посевы мои. Так. Так что да, видите, оттеночек малинового у нее появляется. В общем, такой хамелеончик. Вот она то оранжевая, то красная, то больше малиновая. Такая вот орхидеюшка. Все, всем пока. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И пока-пока. Как всегда, ничего не меняется. Мика перевернула горшок. Потому что Мика думает, что она летающая кошка. Она у меня на аквариуме сидела. Прыгала и смотрела, как рисует малая. Так что да, ничего не меняется. Но я уже не удивляюсь. Я не злюсь. Я не удивляюсь. Ой. Да, скажи, я такая, и этого не изменить.